В связи с происходящим на мировых рынках Кабинет министров России готовит изменения в антикризисный план. Эту тему Дмитрий Медведев обсудил сегодня с членами экспертного совета при правительстве. План поддержки отечественной экономики уже реализуется, но, как сказал премьер, с учетом вновь возникающих неблагоприятных внешних факторов, антикризисные меры требуют корректировки. И очевидно, что придется искать новые решения. Предложения сейчас готовят. С учетом того, как последние 3-4 недели развиваются события, мы все-таки договорились и с коллегами по правительству, и с представителями парламента о том, что правительство продолжит работу в рамках плана по поддержке экономики, или, как иногда его называли, антикризисного плана, в который необходимо включить целый ряд мероприятий, продолжить от некоторых мероприятий, которые мы в прошлом году себе планировали отказаться. Ну, значит, и какие-то мероприятия, безусловно, добавить.